Администрация Самарского района сообщает, что ее сотрудники снова порадовали детей 56-го детского сада мастер-классом по настольной игре «Жульбак». Мероприятие прошло весело и задорно. Ребята проявили большой интерес, раз за разом улучшая свои показатели в меткости закатывания деревянных шайб в специальные лузы на доске. Администрация Кировского района приглашает жителей пройти диспансеризацию. Основная цель – раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития. Вы можете пройти возрастную или углубленную постковидную диспансеризацию, а также профилактический осмотр в поликлинике по месту жительства в ФАПе во врачебной амбулатории. Для прохождения нужно прикрепиться к медицинскому учреждению. Возрастная диспансеризация проводится один раз в 3 года до 40 лет. После 40 лет – ежегодно. По всем группам населения от 18 до 99 лет. Профилактический осмотр можно проходить каждый год, начиная с 18 лет. В него входит анализ крови на глюкозу и холестерин, флюорография, измерение внутриглазного давления, осмотр гинеколога для женщин и осмотр терапевта. Записаться на медосмотр можно дистанционно по телефону поликлиники или на портале госуслуг. Администрация железнодорожного района в своем телеграм-канале публикует расписание открытого кинотеатра на Самарской набережной с 9 по 13 августа. Отдыхающим в эти дни покажут такие фильмы, как «И на камнях растут деревья», «Прекрасный день по соседству», «Жизнь как чудо», «Всегда говори да», «Мумия», «Остров», «Карьера Димы Горина». Четверг объявлен детским днем. В этот день весь репертуар ориентирован на маленьких самарцев. Им покажут «Котенок по имени Гав», «Сказ о Петре и Февронии», «Маана» и «Воровка книг».